мы с вами находимся под невероятным стрессом информационной нагрузки и прочего какого-то давления, которое мы неизбежно все с вами испытываем. Вот, в нашем новом дивном мире с его изменчивостью, перегрузками, необходимостью постоянной адаптации там, и так далее. И сейчас must have знать те психотерапевтические техники, которые позволят вам чувствовать себя собранными, расслабленными, не пассивно убитыми, а вот именно расслабленными, свободными внутренне, да, без этого внутренних напряжений, внутренних иррациональных каких-то вот этих вот загонов, которые для нас свойственны. Вот, поэтому изучать техники значит, управления собой – это очень важно. И, конечно, вы будете заниматься самыми разными вещами, вот, но начните с чего-нибудь, потому что чем бы вы ни занимались, вы приобретаете целый набор компетенций. Во-первых, вы учитесь делать дело как таковое, вы учитесь учиться, вы учитесь взаимодействовать, вы учитесь предлагать свой продукт, да, или там, то, что вы делаете. То есть вы получаете тот объем разных компетенций, которые будут востребованы потом в другой сфере. Неважно, в театре вы будете работать, на предприятии, я не знаю, в компании, в какой-нибудь. И во всех этих случаях будут нужны вот эти универсальные компетенции. Коммуникативные, значит, способность учиться, способность осваивать материал, способность принимать взвешенные аналитические решения, то есть чтобы тут мышление там вам не подкачало и так далее. Я смотрю разные исследования, которые говорят о степени удовлетворенности качеством жизни. Вот. И эта степень удовлетворенности качеством жизни напрямую зависит от того, насколько ваше важно востребовано другими. И все математически доказывается, что как только ваше важно начинает быть востребованным другими, у вас сразу успех наступает, что бы это ни значило. Вот. Потому что успех измеряется не конкретными какими-то характеристиками, я там показываю, что это не работает. Успех измеряется тем, что это когда вы получаете то ощущение, которое вы ищете.